Поехали, Лена, смотрим. Ну что, Мамаев в синей майке, он слева. Носик высоко, поднята правая рука. Чуть-чуть такой сутулый, характерная его стойка. Его ни с кем не спутаешь на ринге. Лена, вы за кого? Я за красивых мужчин. Правильно, я ждал этого ответа. Их три на ринге. Я не могу оторваться просто. Калинкин тоже настоящий красавец. Я имею в виду рефери. Характерный боксерский нос. Нам его еще покажут. Разведка в первом раунде. Видите, с дистанции так носик пробует левый и правый. С дистанции Мамаев чувствует дистанцию, уходит. Он опытный, он очень долго готовился. Основная площадка тренировочная у них была Московский горный университет. Ох, левый, правый, Мамаев попадает с дистанции. Носик растерян. Хорошая атака, я думаю, очки Мамаеву. Мамаев дергает соперника. Легко уходит от попытки носика пробить левый прямой. Правый слишком очевиден, носик, он провалился, он был, остался безнаказанным. Первый раунд заканчивается. Напоминаю, три раунда по полторы минуты. Своеобразные правила. Но это правило короля ринга, уникального проекта. Осторожничает оба, да? Понимает, что каждый весит за 80 килограмм. Лена, один удар, плохо будет. 10 секунд до конца. Вот. Ну что, вы за кого в первом раунде? Поехали. Напоминаю, в белой майке Александр Носик. Правый Михаил Мамаев. Тот сходу начинает активно во втором раунде. Левый, левый, левый. Нет. Посмотрите, Носик попадает, подходит, встречный бой. Вот настоящая пошла встреча. Я же это предсказывал. Смотрите, Мамаев бросается вперед. Я не вижу, кто кого-то попадает. По-моему, оба попадают. С дистанции левый джеб Носика проходит еще один. Мамаев чуть-чуть опускает руку. Левый удар достигает цели Носика. И опять разрыв дистанции, пауза. Сейчас следующий эпизод. Носик готовит атаку. Левый, левый фехтует. Попытка Мамаева так пощупать пресс соперника не удалась. Опять пауза. Но надо поактивнее работать Носику. Неужели он не чувствует, что первый раунд скорее всего не в его был пользу? Чуть-чуть, но в пользу Мамаева. Ну, Лена, ваш подопечный. Александр, вы же за Носика. Ну, давайте. Смотрите, как он легко двигается. Мамаев контролирует середину ринга. Носик так кружит, закручивает соперника. Закручивает. Вот опять левый, дергает левый. Мамаев уклоняется. Да, вспышка активности в начале второго раунда. Что-то смеялось с относительным затишьем. Нет, но я ошибся. Смотрите, какой рандер. Выворачивает перчатку. Бах! Вы все слышите, что говорит Калинкин. Он знает русский язык в совершенстве, но сдерживается. Высоко поднятые руки, значит, как учили в детских спортивных школах. Вы слышите стук, остается 10 секунд. 5 до конца раунда. И тут размен ударами. Мамаев в ответ попадает Носику. Может быть, эта концовка опять дает ему преимущество. Но в самую последнюю секунду левый джеб. Бросается сходу Мамаев вперед. Носик придерживает его. Теперь бросается в ответ на атаку. О, сейчас будет, ребята, зрелище. Носику подсказали, иди работай сам. Начинает, но никак не знает, как прорвать атаку Мамаева. Мамаев уклоняется, контратакует сам и набирает удары в размене. Ближе, ближе бою. Опять идет вперед. Левый, правый попадает. Заворачивай перчатку. Нет, открыли. Намек на то, что ударил открытой перчаткой. Нельзя открытой перчаткой бить. Так, как и плюха. Носик с дистанции начинает левый, правый. Но не знает, как подойти поближе. Видите, как Мамаев легко передвигается. Отходит, отходит, выдергивает на себя соперника. И потом... Ну, он молодец, Носик. Он как он смотрит. Он очень мужественный парень, Саша Носик. Мамаев с дистанции левой-правой. Немножко проваливается, но Носик этого не использует. Ну, дурное дело для спортивного комментатора говорить до окончания боя, кто должен победить. Преимущество одного из участников чувствуется, но все-таки предоставим арбитрам делать свою работу по окончании. Вы бы знали, как им сейчас страшно тяжело в конце. Это же жутко тяжело, даже полутораминутный раунд. Но они понимают, сколько болельщиков сейчас на них смотрят. Я сейчас, они ничего не понимают. Сейчас они понимают, что 10 секунд осталось. Они слышали этот удар. Носик левый, правый в голову. Пробует пробить двойку, не получается. Вот сейчас что-то проходит. Я... Михаил!